У ребят прекрасное настроение. Помашите давай подписчикам. Сейчас у нас пройдет такой бомбовый челлендж. У каждого 4 патрона и шары. Кто больше шаров собьет, взорвет, тот получает 500 рублей. Как вы думаете, кто станет чемпионом? Все решили выиграть. Так, давайте тогда начнем. Курбанчик, Курбан Кады, давай с тебя. Поехали. Как настрой, Курбик? Нормально. Готов? Давай, первая попыточка, Курбанчик. Нету. Вторая. Нету. Ты наверх на то поле не закинь. Можно сидя тоже. Сам смотри, как тебе удобно. Нету. Давай, Курба. Так, Хабиб у нас на очереди. Давай, Хаба. Посмотрим, какой ты стрелок. С фишечки бросаем. 4 попыточки. Хаба, давай. Нету. Нету. Ой-ой-ой. Нету. Хаба один шарик взорвал. А теперь на очереди у нас капитан корабля. Анвар, йо. Давай, Анвар. Также 4 попыточки. Мы восстановили уже взорванный шар. Давай, Анвар. Передумал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, Анвар. Есть! Капитан, вперед, еще одна. Ой, не долетел, да? Один. О, у нас впереди латиноамериканский нападающий. Абелардо. Абубакр, я тебе говорю. А ну давай, Абука. Ой-ой-ой, ты в них не целься, там футболисты. Ой-ой-ой, Абука, ну, почти, и зверь, поддержим Абубакра. У нас на очереди очень опасный персонаж, Адам по прозвищу нет дисциплины, да, Адам? Адам дисциплина, давай, Адам. Ага. Нету. 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 Нету, Адам, ну ничего, ничего. Так, у нас следующий Султан Ураган, новичок команды, да, Султан? Султан, что думаешь, как думаешь, получится у тебя? Не знаешь? Давай, надо постараться. Ага. Ой-ой-ой, Султан Ураган. Ай-яй, не долетел. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. И 4 бросил. Красавчик, один шарик сбил, молодец. Но это мастер восточных единоборств. Брюс Ли Мухаммад. Брюс Ли, давай, Мухаммадик. Ой-ой-ой, почти. Ой-ой-ой, Мухаммадик, ну. Нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ничего. Ну этого персонажа все знают. Шамиль Бартез. Давай, Шома. Вратари должны быть чемпионами, Шома, в этом деле. Давай, Шомик. Опа! Это серьезная заявка на победу, Шома! Ой-ой-ой! Ай, Шомик, почти! Почти и... Давай, Шоми! Есть! 2! Шома, как тебе это удается?
Шамиль, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, как вам это удается? За счет чего вам удалось два шара взорвать? За то, что точность. Точность, и вот стойка у вас была необычная, можно продемонстрировать? Опа, я вам говорю, зверь, Шома, я вас поздравляю. Как думаешь, кому-нибудь удастся еще два шара сбить? Нет, ты победителем станешь и заберешь 500 рублей, да? Красава. Лучший бомбардир чемпионата мира по футболу. Саенко. Давай, Саенко. Ты должен показать. Что-нибудь необычное, Буня, давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Буня, где прицел? Где прицел? Не спеши. Молодец. Ой-ой-ой-ой-ой, есть один. Так, на очереди у нас Далгат. Он является сыном Сабира. Ты знаешь, что твой отец заядлый охотник? Знаешь ты, да? Да. А ты знаешь, что на одной из охот он просто подбил собаку? Ты знаешь? Застрелил собаку. Ты знаешь? Не попал, он попал в собаку. Давай, может, тебе удастся нарушить неудачную семейную традицию. Давай, Далгат. Далгат, куда ты торопишься? Есть один попал. У нас остался заключительный участник Юсупов Ахметхан по прозвищу Маленький Бардачник. Давай, Ахметхан, вперед. Не спеши, прицелься. Нету, торопишься. Нет, вот два, Ахметхан, если это не попадаешь, есть, Ахметхан, пауза, Ахметхан, если ты сейчас попадаешь один, ты с Шамилем будешь спорить в суперфинале, Шома, если ты не попадаешь, не спеши, если ты не попадаешь, Шамиль чемпион, подожди, давай, можно, давай. Нету, Шама чемпион! Шамиль выиграл! Шамиль, давай, подходи на интервью. Шомик, подходи сюда. Шамиль, скажи, пожалуйста, вот почему у тебя вот здесь на Анжи-арене постоянно тебе фартит? Ты постоянно выигрываешь по 500 рублей. А, Шома? Не знаю. У тебя новое прозвище будет. Стрелок. Нет, Шамиль Шуцалихуруш. Шуцалихуруш, знаешь, что такое? Как не знаешь? 500 рублей, Анвар, правильно. Шуцалихуруш, Шома Шуцалихуруш, да, Анвар? Красавчик. Так, похлопали Шамилю, Шама чемпион.